Открытый кубок Углича по волейболу – традиционное соревнование, собирающее под свои знамена не только угличских любителей спорта, но и волейболистов близлежащих районов. В этом году две команды из Мышкина, мужская и женская, попытались создать конкуренцию шести мужским и трем женским коллективам нашего муниципального района. В итоге девушки Мышкина в финале боролись с дружиной Угличского индустриально-педагогического колледжа и сумели завоевать главный трофей соревнований, впрочем, как и в прошлом году. Екатерина, мы поздравляем вас и весь ваш коллектив с очередной победой в открытом кубке города Углича. Скажите, на этот год труднее победа досталась, чем в прошлом? Ну да, я бы сказала, что соперники стали сильнее и, в принципе, мы не верили в то, что мы победим еще раз. Поэтому... Насколько изменился ваш состав по сравнению с прошлым годом? Никак, все те же. Все те же самые, от школьников и до уже опытных игроков, да, как я понимаю? Да. Кого-то хотите отметить из девчонок? Иди сюда, вот она. Иди сюда. Лера, Печкин. Хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, сегодня игра, которая оказалась игрой за первое место, она была как на качелях. Первая партия достаточно крупный счет в одну сторону, вторая достаточно крупный счет в другую, и третью вы просто с подавляющим преимуществом выиграли. В чем дело? Это дело в женской психологии, в том, что вы устали, или в чем-то другом? Это просто фишка нашей команды такая. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы приезжаете. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете спорт и у себя в городе, и в городе Угличе. Мы ждем вас на другие соревнования. Еще раз поздравляю. Спасибо вам большое. У мужчин развязка была гораздо интереснее, ведь в ней не участвовали спортсмены команды «Ветерок». И в финале со счетом 2-0 победу над дружной командой «Вершина» из Отрадного одержала команда «Реал». Денис, поздравляю вас и всю команду с вручением вам открытого кубка города Углича по волейболу. Долго вы к этому шли, очень сложно, и складывалась последняя игра. Как готовились, скажите? Тяжело. Ребята, особенно у меня есть, которые со мной не занимаются, приходится очень сложно с ними. Они играют в Ярославле. А остальные ребята ходят, тренируемся, стараемся, ездим на выезды, тоже тренируемся. Полуфинальный матч тоже выдался на редкость таким, очень сложным. Мне кажется, даже в какой-то степени сложнее, наверное, финального. Да, может быть, да, потому что там команда уже тоже опытная, взрослая, уже идут молодые ребята. Они немножко, и они играют в такую же игру, как и мы. Вы ребятам что говорили? Ну, могло так быть, что вы на стадии полуфинала не выйдете в финал? Могло так быть? Ребятам что говорили, когда вот в полуфинале обыгрывали? Я уже не помню. Выиграть, надо выиграть. Ну, сейчас какие ощущения? Ощущения победы. Этого кубка у нас, я не помню, у нас был ли он или не был, или один раз только. Вы знаете, я тоже не помню. Рождественские были, чемпионаты города были, а вот именно этот кубок. Открытые кубки, по-моему, тоже в первый раз. Может, да. Ваша команда лучшая в открытом кубке. Мы поздравляем всех ребят, поздравляем вас, как цементирующую такую единицу вашей команды. И ждем побед в будущих первенствах, чемпионатах и кубках нашего города. Спасибо. Давайте. Итоги соревнований подводим с их главным судьей Виктором Алексеевым. Этот кубок у нас получился такой двоякий. Он у нас и завершающий как календарный год, и как бы начинающий новый сезон волейбольный. Поэтому я считаю, что достаточно динамичный получился турнир, насыщенный. Команды показали достаточно хорошую для начала сезона форму, и физическую, и очень технически хороший уровень был. Ну, победила команда, которая должна была давно победить уже в этом кубке. Реал, хотя свойственна им расслабленность и даже, я бы сказал, расхлябанность некоторая в последней партии могла их немножко подвести, но, в принципе, они все равно добились своего результата. Хорошая техническая команда, молодежь, которая влилась к ним уже лет 5 назад, заматерела, кто побывал в армии, кто сейчас в Ярославле тренируется, поэтому команда серьезная. Почему все-таки Калязина не было? Вот хотелось бы среди девушек, среди мужчин, но как-то уже второй-третий турнир их нет здесь. От первоисточника я не дождался ответа. Мне уже мужики просто калязинские сказали, что у них сейчас небольшой развальчик получился и проблемы с залом. И некоторые игроки ушли на тренерскую работу, то есть они просто не собрались, а дозвониться я до них не смог, поэтому не могу сказать точной причины. Но участие Мышкина, они уже как свои, да? Ну, Мышкин-то да. Вот хотел похвалить эту команду и сказать вот девушкам из УИПК, что часто очень бывает, что порядок и слаженность в команде бьет мастерство. По персоналиям я считаю, что девочки из педколледжа должны были выигрывать на голову выше всех. Но здесь
опять же. Ну, женский волейбол, он есть женский волейбол, как и любой женский спорт. Ну, в целом, вы как главный судья довольны? Все-таки, по крайней мере, мы не в 12 ночи завершаем. Ну, доволен, ну, скажем так, хотя бы финальные игры нам получилось сыграть в нашем ФОКе. А так, спасибо администрации 8-й школы, что они пошли нам навстречу, и пришлось два предварительных турнира проводить уже в школе. Ну, конечно, это накладывает свои отпечаток, не совсем удобно там играть. Ну и, конечно, большое спасибо вам, как организатору, главному такому застрельщику всех этих турниров. Спасибо вам, спасибо всем командам. И ждем следующих зрителей. Смотрите, сколько много было. Ждем следующих турниров. Пожалуйста, приходите.